Приветствую всех зрителей, с вами Мэрл Дэн. И сегодня мы пройдем такую игру, как Sonic EHE. И этот EHE в названии меня крайне напрягает, потому что я уже играла в игру с подобным названием. И эта игра неплохо закончилась для моей психики. Но я надеюсь, в этот раз будет чуть получше. Что ж, давайте-ка запустим эту игру. Загрузочный экран первого Соника. Как давно я его не видела. Хотя я не видела его никогда, потому что Сеги у меня не было, ибо я нищеброд. Опа! Экран стал красным, а значит, моя Сега уже проклята. Ну что ж, нам на выбор даются три персонажа. Первый персонаж — это лисенок Тейлз. Что ж, давайте-ка его выберем и поиграем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как смешно, я прям умираю от смеха. Интересно, чем же так ржал Соник? Итак, акт первый, хилл, может быть, Silent Hill, хотя нет, если бы это был Silent Hill, то все бы тут было бы в тумане. Итак, у нас на выбор дается два пути, направо или налево, ну пойдемте-ка налево, и там мы найдем ничего, потому что таджики опять построили здесь невидимую стену. Ах, сволочи, преследуют меня из игры в игру, ну что ж, побежали тогда направо, у нас нет выхода. И, кстати, заметьте, у нашего лисенка два хвоста, видимо, он прибыл к нам из Чернобыля. Мы все бежим направо, направо и находим. О, боже мой, кто-то тут расчленил кролика и повесил белочку на пальму за кишки. Какой живодер это сделал? И, видимо, этот живодер плохо знал биологию, потому что белочки на пальмах не живут. Трупиков становится все больше и больше. И этот подсолнух, видимо, его никто не поливал, поэтому он засох. Что за трындец здесь происходит? Почему здесь везде кровь и расчлененка? И зачем наш лисенок туда бежит? Мне кажется, тут нам явно говорят, что там ничего хорошего нету. Наш лисенок сейчас обосрется, потому что музыка прекратилась. А если музыка прекратилась в хорроре, значит нам кранты. Вот же, черт побери. Итак, мы все идем направо и находим Соника. Здравствуй, синяя ежатина! О, боже мой, помехи! Что такое? Кажется, Слендермен приближается. Лисенок, уходи! О, боже мой. Привет, ты хочешь сыграть со мной? Нет, спасибо, мне хорошо и без ваших игрушек. Ага, вторая игра, прятки. Итак, лисенок нам указывает куда-то направо. Наверное, там раздают бесплатное бухло. Ну что ж, побежали, скорее, нам нужно до него скорее добраться. И почему мы находимся в аду? О, боже мой! Соник тоже заметил там бесплатное бухло. Мы должны добраться туда быстрее, чем он. Бегом, бегом, лисенок, ты это сможешь делать. Но он уже близко, он быстрее нас. Он сейчас схватит за твой маленький хвостик. Он схватил. И он плачет. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в лаве мяч. Потому что в лаве мяч сгорит к чертям собачьим. Упс. Видимо, до бухла мы так и не добежали. Ты слишком медленный. Хочешь сыграть снова? Нет, спасибо, Соник, не хочу. И только посмотрите, мне кажется, в Тейлза уже тоже вселился сатана, и у него из глаз тоже течет кровь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Какой заразительный смех у вас, синяя ежатина. Ты не можешь бежать. Да что вы говорите, по-моему, мы бежать можем как раз-таки очень хорошо. И мы уже сразу оказываемся в аду. Нет, зачем уже эти прелюдии с прекрасным холмом, на котором растут пальмочки. Нет, давайте-ка сразу бомбанем в ад. И мы снова бежим куда-то направо. О, боже мой, Слендермен приближается. Что это такое? Я ничего не вижу. Что это за чертовы помехи? Кровяка. Кровяка и Соник хотел сзади меня пристроиться. Ах ты, чертов гомосек. И кто же будет эту кровяку убирать? Совсем вы не заботитесь о труде уборщицы и в аду. Но нам нужно бежать направо, потому что я другого выхода и не вижу. Мы все бежим, бежим. И бежим. И сколько же можно бежать? Упс. Нашел тебя. Какой ты молодец. Итак, мы не можем бегать, потому что этот чертов... Ага, так ты есть тот таджик, который делает эти невидимые стены. Мы выяснили твою личность. Это ты, чертов синий еж. Нам нужно как-то тебя оббежать, но вот ничего не получается, потому что ты строишь невидимые стены снова и снова, и мы плачем опять, и ты нас анально покарал. Это было ожидаемо. Так много душ хочет со мной сыграть, и так мало времени. Бедняжка, совсем у тебя времени нет. Не можешь ты сыграть со всеми. И наш третий персонаж это... Доктор Эггман. Какой заразительный смех.
Замечательное название у этапа! Многоточие! Ничего не скажешь. Да нет, что вы, это же не доктор Эггман, это какой-то бомж Василий с Павелецкого вокзала. И посмотрите, он сейчас греется возле зажженной мусорки. Видимо, бомжам совсем сейчас плохо приходится. Ну что ж, побежали, наш большой пончик. Нам нужно еще найти нашу синюю Соню, которая тут где-то прячется. И боже ж ты мой, кто тут все заплевал кровью? Кто это будет потом убирать? Все стало красным? Это не предвещает ничего хорошего. Добежали до следующей лестницы и полетели! Уи! Какая длинная лестница! Мне кажется, доктор Эггман уже себе задницу отбил, пока она не спускался. И раз, и два, и полетели! Скорее! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, я не хочу, мне страшно, мама! Я не хочу дальше идти, но... Черт повери, нам придется дальше шагнуть направо, только туда! И что же сейчас нас ожидает? Мне кажется, ожидает... Упс! Упс, упс. Опа-на! I'm God, я боженька. Да нет, судя по смеху, ты не боженька, ты адский сатана. И тебе бы зубы почистить надо, а то грязные. Итак, гейм овер, игра закончена. Нам нужно как-то выйти отсюда, но... Что за чертовщина? Если нажимаю на любую клавишу, появляется эта страшная рожа. Я даже... Если нажимаю на Escape... Черт побери, кто-то проклял мою клавиатуру. Она совершенно не реагирует на мои действия. И мы видим японский текст, и какие-то буддийские монахи поют на заднем фоне. Боже мой, что это все значит? Я не понимаю этих закорючек. И мы играем с самим Соником. Мы находимся в каких-то странных пикселях. Йокер, ну бабай, Silent Hill стайл. Не иначе. Едить. Женщина, помолчите, и без вас страшно. Да помолчите вы уже. Вы только посмотрите, слова. Слова задом наперед. Что за чертовщина здесь происходит в этом чертовом месте? Беги, беги, Форест, беги. Я знаю, Соник, ты самый быстрый ёж на свете. Ты сможешь убежать от непонятной бяки, которая нас преследует. Ну и оперный театр, ну когда же это закончится? Да замолчите, женщина! И без вас сыкотно! Эти звуки совсем не причиняют ничего хорошего, и боже ж ты мой! Действие ЛСД! Слова исчезли! И... исчезают... циферки, что происходит? Едить себя через кромысло, опять страшная рожа! И опять японский текст... Да ну его в задницу. Ну что ж, мы завершили игру Sonic EHE. И мне кажется, в мой компьютер вселился сатана, поэтому я пойду позову священника. А пока что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.